его старшую. Не верю мне. Робкие шаги сами собой привели его в дом. Все выглядело таким обычным, таким спокойным. А если он уже вошел? Подлецы, мерзавцы. Боже, куда она идет? Почему у нее чемодан? Скорый поезд в 9:43. Револьвер. Черт бы их побрал. На вокзал. Поймать их на вокзале с чемоданами. Может быть, это будет равносильно поимке с поличным. Должно быть равносильно. Должно. Он нашел свой дом пустым, мрачные ложи покинутым. Охваченный естественным желанием отомстить за свою поруганную честь, он выбежал, как сумасшедший, и помчался на вокзал. Вперед, чтобы убить. Возможно, а может быть, он мчался, толкаемый отчаянной надеждой догнать неверную и задержать, вернуть ее, кто знает. Но когда он увидел их вместе, рядом, свою жену и ее любовника. Скорый поезд 9:43 отправился точно по расписанию.